меня есть своя философия жизни. Я люблю своего сына, просто у меня другая любовь. Моя любовь к сыну показывает другую жизнь. На сегодняшний день наш сын побывал в 6 странах мира. 16-го мы улетали в Италию, а он улетал учиться в Америку. Я поняла, что я другая мать, и сыну подарила другую жизнь. 9-10 лет назад я выбирала как? 10 лет назад я выбирала как? Супер. 10 лет назад я выбирала как жена. Какой женой оставаться? У нас традиция Азия, мужчина глава семьи. Оставаться хранительницей очага или стать консультантом компании Oriflame и бизнес-партнером своего мужа? Да, я выбрала Oriflame и бизнес-партнерство. Что из этого получилось? Я помню свои эмоции на первой бриллиантовой конференции в Панаме. Мы вылетали из Алма-Аты, и в самолете стюардесса подала нам ужин. Сирик, заслуга, Сирик, просыпайся. Ужин. Это было в Алма-Ате. Утром были мы в Шереметьево. Там такое красивое кафе. У нас впервые красивая жизнь. Я говорю, Сирик, давай попьем чашечку кофе в этом красивом кафе. В обед мы были в Амстердаме, дальний полет. Там была такая пицца. Мы пробовали за рубежом первый раз пиццу. А вечером какая-то революция нас задержала в городе Каракас. Знак извинения. Значит, компания Oriflame приготовила шведский стол. Сирик был в душе. Я говорю, Сирик, спеши, нас ждет шведский стол. В этот момент я подумала, ведь 3 года назад я ведь была женщиной, которая в одной комнате общежития готовила 4 раза еду своему мужу. А благодаря Oriflame я стала женой, которая за сутки своему мужу может подать еду в 4 странах мира.